Здравствуйте, уважаемые подписчики, Володя. Здравствуйте. Мутит. Чип? Это Сберлогистика. Логистика. 30, 4, 12. Окей. Хочет получить посылку. Окей, нужна шляпа. Вот, молодец. Проверьте код посылки. 34, 12. Засунь палец сюда, нахуй. Давай вот так вот, нахуй. Чпонькс, готов, видишь, он говорит. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Не, на 34, 12 же. На мне паспорт еще, куда паспорт будет показывать. Ну, видимо, где-то начали надо показать паспорт. Получение оплаченного заказа. Угу. Выберите заказ из открытой ячейки. Короче, мы стоим и тупим, все на нас смотрят. Короче, что значит, подойдите, из СМС. Оплатите заказ банковской картой. А, посылки из СМС. Назовите, ну да, другой, 84, это, попробуем. 84. У нас, оказывается, много. Цифр много. У нас вообще много кодов. А, нет, Володя, тебе по ссылке надо перейти, написано же. По ссылке перейди шляпу, оплати заказ банковской картой. Надо мне консультанту этот код сказать. Пошли искать консультанта. Пошли.